Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Нейзи, с нами сегодня играет Эмеральд, вот. И сегодня мы будем охотиться на одно загадочное мифическое животное, которое мы знаем все, абсолютно. Даже Эмеральд знает, вот. Да, я знаю это существо. И как же оно называется? Оно называется Бигфут! Да, чуки, у нас такая вышечка, нам тут выделили в национальном парке, вот такую вышку. Ну чё, Эмеральд, думаю, нам надо спускаться уже, искать, потому что Бигфут выходит на охоту прямо ровно сейчас. И да, давай только спустимся. Главное не быть съеденным им. Да, по-моему, он людей не ест, не знаю. А, ну да, он может быть веган, конечно же. Веган? Чё, Ларин, что ли? Да, а заодно еще по совместительству модник и вейпер. Хотя нет, это уже лишнее. Окей, пошли. Так, Эмеральд, если что, пушка замедляет твои действия, так. Но нам особо это не нужно. Пошли сейчас, подкрадемся. Если что, есть фонарик? У тебя есть? Да, есть, вот. Отлично, ну давай, фонариком пока не будем баловаться. Да, чтобы не запалить его. Да, он придет такой. Ой, блядь! Что, где? Нахер, бежим! Валим нафиг, Мне это показалось или нет? Так, стоп, погоди-ка, дай посмотрим. Стой, Эмеральд, пошли на вышку. Так, пошли уж реально на вышку, а то у нас сейчас... одно и левый, блядь, за Питер болото, блядь, уебется с разворота. А ведь правда. Блядь, как Шрек, слушай, чё ты... Смотри, тут реально какое-то болото. Какой-то веселый, знаешь, Бигфут. Бигфут Шрек на болоте живет, только вместо болота ручеек. Его санина. Так, Эмеральд, что-то я его не вижу, ты его видишь? Нет. По-моему, он вместе с нами посмеялся и убежал просто. Я не знаю. Бомжатник свою берлогу. Не знаю, я, если честно, такой посмотрел, что за хренотень. Так, давай в прицел посмотрим, может он где-то здесь. Так вот я и смотрю в прицел, что-то ничего не вижу. А ну-ка я сюда посмотрю. Ну кроме мостика я пока ничего не вижу. Окей, пошли тогда аккуратно за ним. Хорошая идея, кстати. Ты, кстати, не закрывай за собой калитку, то если бежать будем, то... Слушай, а ведь реальная идея. Так, окей, ну ладно, берем сразу же с собой снайперскую винтовку в руки. Да, давай аккуратно подкрадемся. Черт, ни черта не видно, потому что, знаешь... Я, пожалуй, лучше фонарик включу, а ты будешь на стрёме стрелять с оружием. Окей, давай. И, ну, я думаю, фонарик отпугнет нашего Бигфута. Ты куда пошел? Ну ладно, давай туда. Давай вдоль реки пойдем. Давай вдоль реки пойдем, посмотрим, где он. Может, не, кстати, здесь? Ты видел Бигфута или нет? А, нет. Да, я видел. Я его видел только один раз, я из-за тебя его увидел. Ну-ну-ну-ну, когда я отошел? А, да, ну этот раз я его увидел, да. Так, сейчас я здесь пролезу. Так. Нечего, что-то как-то стрёмно на самом деле, молясь. Я как бы не знаю, как вот Бигфута искать нам с тобой. Как бы мы первый раз его нашли, и чё мы не выстрелили? Да. Слушай, гора такая красивая, может он там обитает? Да я откуда знаю. Вот смотри, будь ты Бигфутом, ты бы там обитал? Ну не знаю, будь тебе пещерным человеком, я бы точно там обитал. Ну бля, не знаю, как бы... Ну, Бигфут от пещерного человека недалеко ушел, поэтому, в принципе... Не, ну он здоровый, я заметил, он реально, он где-то выше игрока. Ну, где-то, не знаю, метра так 2.5, точно. Блин, чё-то не могу залезть, так. Ну, короче, у нас задание убить эту... ходячую, волосатую... А ну-ка, Нейзи, подойди-ка сюда. Чё? Может, он здесь где-то? Паузу прожми. Да не знаю. Ну, в смысле, блядь, здесь где-то. Ну где-то здесь я и не знаю, по-моему, где-то он слева должен обитать, потому что он вроде как отскочил. Да не знаю. Ничего, мы проверим. Все-таки его сзади видели, поэтому я не думаю, что он так быстро ушел. Чем можно Бигфута приманить? Едой? Бигфута? Мясом. Мясом. Если не веган. Мясо? Животное какое-то убить. Да, давай попробуем сейчас завалить кого-нибудь. Я сзади, если что. Вот на горе. Ну давай попробуем, я где-то здесь куриц видел. Я здесь знаю, видел свинью и барана. Свинью и барана? Ну если этот, конечно же... Смотри! Что? Выключи фонарь. Где? Выключи фонарь. Вон он! Видишь? Тихо. Да. Вон он там бродит, этот Бигфут. Давай последим за ним. Он нас вроде не видит. Я в прицел слежу. Я слушай.
Так, а что нам делать-то? Он постоянно нас смотрит, но не видит вроде нас. По-моему, он притворяется. Леш. Тихо. Твою мать, слепой, нет! Твою мать, нет! Уходим! Беги! Валим! Черт, он за тобой забежал! Черт! Беги! Зараза, черт, валим! Беги! О, баран, смотри! Хрен с ним! Вот он! Господи! Тихо! Он нас не видит. Так. Твою мать! Ты видел? Жесть. Реально. Так, фу, он, по-моему, видишь? Он в заблуждении, он что-то там ходит. Может, мы его ранили? Я по нему попал вроде как. Может быть. Ну, когда я по нему стрельну? Попал. Зачем ты на него агришь? Не знаю. Так. Чувак, надо как-то его... А может быть его это, на барана как-то? А его... чтобы он на него пошел? Да, если это, конечно... Бигфут дагестанец, то он точно побежит на него. Да и не только есть, и насиловать эту овцу. Ты где? Я тут. Чувак, может, ее с двух сторон давай зажмем? Ты слева, я справа. И стрелять будем. Ну попробуем. Ну давай, ладно. Просто эта винтовка, знаешь, она не перезаряжается еще так. То есть это долго плохо. Передергивает вот этот. Так, смысле, подожди, я тут найду его сейчас. Где он? Черт. О, черт! Он за меня сагрился! Черт! Паровазл! Спасай! Черт! Твою мать! Вижу! Черт. Попал! Ты тут? Да! Эмираль, беги! Черт! Где я не попадаю! Черт! Да твою! Черт! Черт, перезарядка! Кек спрятался! Эмираль, ты где? Я не знаю, а ты где? Я не знаю, я прямо ровно... Я с факелом. А? Я с факелом сейчас. Черт, да не попал я! Я и второй раз не попал! Да где ты, черт возьми, я не вижу. Попал. Я не знаю, сейчас, дай спрячусь от нее. Я на дерево куда-то залез. Так, стоп. А, вон он ты, я тебя вижу. Так. Беги сюда. Да. Сюда быстро, пока он не ушел. Ты как снайпер, знаешь, сидишь там на снайперской позиции. Опа! Лезь. Давай, Мирай. Я его тут где-то видел. Серьезно. Где это тут? Так. За вот этим деревом он, возможно. Так, стоп. А вдруг реально здесь где-то? Не, вот за вот этим, видишь, на которое я целюсь? Вот на вот этом. Так я его там тоже вроде видел. Или мне так кажется, я не знаю. Давай, пошли туда. Я говорю, давай. Я только что его там стрелял. Давай. Опа. Черт, он ушел куда-то. Где? Нет, это дерево, мне показалось. Чё? Господи, ну ты меня пугаешь иногда, знаешь. Минераль, что-то я не знаю, где вы. Вот он! Не попал! Черт! О! Не попал! Не попал! Я сейчас выскочу! Так. Попал у него! Стреляй! Он орёт. Черт! Давай, поближе! Черт! А! Он меня ударил! Господи, не кусайте! Черт! Эмираль, что у меня как закружился игрок! Иди сюда быстрее! Че? Мы его завалили! Да? Лол, он меня ударить успел даже. Офигеть, Нези, мы его смогли, мы его завалили! Да. Херень. Есть. Да ладно, серьезно? Класс! Просто, не знаю, офигенно. Офигеть. Серьезно завалили? Да! Бигфут, блядь. И он действительно больше нет. Он меня ударил, слышь? У меня где-то вот тут даже кровяка была. Она пропала, да. Ну, я просто его последним выстрелом добил. Отлично. Вот, дорогие друзья, такие у нас дела. Тут вот бигфуты водятся всякие, бьют нас. Вот. Так что... Что, Эмираль, пошли обратно на вышку? Да, пожалуй, пойдем обратно на вышку, потому что там у нас тепло. Да. И спокойно и уютно. Единственное место, где мы можем хотя бы нормально посидеть. Вот. Да, нормально посидеть там можем. Отдохнуть. Не, кстати, такое? Мы не убили ни одного животного, просто взяли его и так вальнули. Да, обошлись без убийств. Насилия животных. Так, давай залазим. Залазим, да. Собственно, вот, дорогие друзья, вот так вот мы... И, так сказать, поохотились на Бигфута. Серия вышла маленькая, но если вы хотите, можем продолжить это дело, потому что мы можем куда угодно отправиться, там тоже поискать, типа, Бигфута, какую-нибудь Чупакабру или типа того. Да, вот. Конечно, все зависит лишь от ваших желаний. Предлагайте ваши варианты в комментарии, куда отправиться в следующий раз, вот. А мы с Эмиральдом прощаемся. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите. Если вам понравилось это видео, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пишите хорошие комментарии. Хорошие. И идеи тоже.